Так, давайте бинчики посмотрим. Джессика Симпсон. Смотри, какие. Тумбочка. С крысиными какашками. А, ну тут что-то есть, подожди. Народ, всем привет! Женечка и Павел Вайс с ней вместе пришел разбирать еще один контейнер. Надеюсь, будет интересный. Он маленький, небольшой, но думаю, будет интересно. Погнали! Вот такой небольшой, 5 на 15. Кстати, дверь, она падает вниз немножко. Вот оставь. Небольшой, вообще, ребята, с контейнером вообще такой голяк. Ничего нет, контейнеров нет. Ну ничего страшного. И, а если хороший, то уйдет за такую цену. Ну я смотрю, что там есть, я думаю, блин, даже если я продам сам по самой дорогой цене, я деньги не сделаю. Сегодня за три бился, только вот один смог. Ты че такая лохматая? Ветер. Ветер в харю. Ну давайте потихонечку начнем. Открывай уже. Открывай уже. Танец с пакетом. Есть стол. Это уже радует. Мы любим столы. У нас их много. Еще один. Ой, какая она тяжелая. Тут что-то написано. H.A.R. 13 года. 2013 года. Металлическая, что ли? Не, металлическая, керамическая. Керамическая ваза. Так, давайте бинчики посмотрим. Он не такой тяжелый. Santa's Workbench. 2002 год дизайн, написано 24,99. Ну, если он новый... А он там есть? Да. Хочешь, открой. Хочу ли я открыть Christmas? Красиво, да. Ну, ближе к Christmas'у, я думаю, за 30 можно продать. Он не стоит ничего. Ничего не стоит? Ничего не стоит. А, потому что он никуда не продается? Нет. Держи, закрывай. Держу. Так, что у нас еще здесь? Что-то здесь не густо пока. Так, стакан ручной работы. Два. Даже не два, а их тут несколько. Это люди, кстати, бизнес такой в Америке есть. Люди разрисовывают на каждый сезон бокалы разнообразные. Это вот. И открытка. А в открытке деньги есть? Нет там ничего. В открытке денег нет. Ну, носки есть крисмасовские, а здесь что? А здесь пакет запечатанный, Жень, хэллоуинский какой-то. Ну, и стаканы. Вот, у тебя тут еще стаканы, смотри. Здесь их, они, смотри, они, ой, их четыре. Нет, их больше. Да, четыре. Подожди, а давай сюда просто складывай это все. Давай. И потом... Значит, на Хэллоуин вот такие вот пакеты тыквенные, туда листья собирают и подвешивают. То есть, как бы, и листья убрали, и украсили дом. А, вот оно что. Так, давай хорошо. Поехали дальше. Ну, тут легкое все такое. Тут мягкие игрушки. Ну, это игрушки. Так, тут большой бин. И потяжелей. Опять. Ха, это тебе за то, что не хотел брать контейнер с Крисмасом, как я тебя просила. Большой, сегодня был большой контейнер, здесь. И там было все Крисмас. Да. И Женя говорит, возьмем, возьмем. Я говорю, не, не возьмем. И вот, посмотрите, что взяли. Еще один, держи. Это 30-30, еще 60. Ничего не знаю. Это Lights, держи. Держу. Какие-то коробочки интересные. Смотри, одень. Да не стоит. Ну, одень. Нет. А, посмотри, что-то он пустой. А, блин, они, неужели все пустые? А я так радовался. Да, пустые коробочки. Так, тут вторая есть. А здесь очень много открыток, пакетиков и какая-то шкатулка. Пустая? А что они ее хранили тогда? Вот, тут еще есть, смотри, какая штука такая тяжелая. Игрушки. Это вешается на дверь, а сюда венок. Это лайтс. Ну, эти фонарики на дом. Джессика Симпсон. Ну, тут уже такое. Закрывай. Походу, кто-то просто увез крисмасовские украшения. Остатки. Куда-то вот сюда, в этот контейнер. Ну, эти хотя бы есть. Есть. Уже хорошо. Вот $90 есть. Ну, может, лайтс еще там 20 за обе. Держи. Женя не хочет это продать. Говорит, какие деньги? О чем ты, Паша?
тут какие-то коробки, что ли. Ну да, это коробки. Ой, блин, интересный, как раз елку ж надо убирать. Ты же хотел их не убирать. Ну, думаю, уберу все-таки. Бутифу, не зря. Попкорн. Стаканчики. Смотри, какие раскладывающиеся. А, написано sleeping bag. Ух, насекомые. Не люблю насекомых. Хотя не здесь. Да, всякие сумки, sleeping bag'и. Да. Ты даже не расстроилась? Нет. О, а что здесь такое? Здесь тяжеленькое. Ха, что это? Это ice pack. Замораживают. И замораживают. Это polar pass. А что было здесь? Medical supplies. Угу. Это не продается уже, да? Не-не. Понятно. Оба-на. Посмотрите, сколько. О, вот это супер. Ну, я не знаю, если это супер. Warming Stone. Тут 14 долларов написано, а тут. А если тут вот написано? Это... Покрути коробочку, пожалуйста. Цены нет? Нет. Это значит, смотри, это чтобы хлеб держать теплым, вот это нагревается, ага. Ставится туда хлеб сверху. Смотри, какие. А, я думал, она была запечатана, оказывается, она открыта. На, 4 доллара. Посмотри, сколько здесь. Вот это посуда. Смотрите, какой набор посуды здесь. Давай ее, может быть, и бины? Ага. Clay art, made in China. Ну, это огромный такой набор, я вам скажу. Ну, я думаю, можно лотом продать? Лотом, да. Почем? Доллар 50. 50 долларов будем считать за вот весь вот этот набор. Тут реально их много. Hand-painted. Завеска у нас вот таких было мало. Оба-на. Смотри, сколько тарелок, Жень. Я хочу вот эту посмотреть. Смотри. Все такая. Я думаю, дороже она будет стоить, Жень, чем 50. Какой огромный лот. Смотри. Вытаскиваем. Я забираю 50 долларов. Давай, Жень, 100 долларов. Давай. У нас еще есть бин открытый. Вот этот. Вот еще вот это отсюда идет. Все с оливками. Да, я думаю, за 100 долларов можно продать большущий лот. Шарики. Шарики. Ты в ресторанах Panera Bread, помнишь, он делает так? Точно. Ну, где шарики? Книга. Вот это разбилось. И две каталки. Сама смотри. Жень, что думаешь с этим? Как футбольный мяч. Тоже выкидываешь? Да, ну, давай. Это все выкинуть? Да, выкидываю. Это ничего не стоит. Это тоже? А вот эти? Выкидывай. Тоже? Угу. А книга? Шарики. Хороший бин. Тумбочка. Крысиными какашками. Погнали дальше. Ну, это гладильная доска, ковер. Давай. Что здесь есть? Здесь медведь. Signature Collection, Жень. 20 баксов такая стоит. Смотри, какая елочка. Пингвин. О, тут у нас Midge and Baby. Беременная Барби. О, у нее живот открывается. Переверни. Живот открывается? Да. А, живот открывается, доставите ребенка, и там нет живота больше. Да. Я думаю, за 30-ку можно продать. Может, дороже, я не знаю, но потом проверим. Так, вот у тебя опять тут воркшоп. Еще 30 долларов. Нет, пустой. Он тоже пустой, да? Да, пустой. Он такой легкий. Погнали дальше. Опять бин с такими же картонками. Ну, бин классный. Ну, и тут подарки. Пожалуйста, будь не Крисмас, будь не Крисмас. Ура, Крисмас! Доставай. Есть там она? Есть. 30 долларов. О, а тут прикольно. Она есть здесь? Есть. Нету, нет. Еще 30 долларов. Эх, Ленокс. И нету ее здесь. Подушки. Рамочка. Коробочки, домики такие нужны тебе? Хорошая погода, ребята. Ветерок такой. Ну, это легкий бин. Жень, Крисмас. Любит она Крисмас. Это Истер. На, это все мусор.
Да-да-да, мышами, мышами погрызанный. И покаканный мышами. Крисмас. Ну, легкая. Написано? Написано что-то Крисмас. Вата. Где пакет? Вата. Я не знаю, вата. А, ну тут что-то есть, подожди. Игрушки какие-нибудь. Вот такие, смотри. Держи. Это, ой, Паша. Это, ой, смотри. Это все деревня, которая ставится под елку. Ну, складывай. Сюда вату, чтобы они вате специально. А, это, типа, это деревня, да. Короче. Вот, мы деревню нашли. И белочек. А, я не знал, что это белочки. Думал, тряпка. Белочки. Во, вот этот бин. О, это там есть. Нету ничего. 30. Тут дельфинчик. Все? Ну, еще какая-то фигня. А это... А вот эти стаканы, да? Да. Про да, которые да, ты говорила? Да. Так вот они целые, это есть. Сколько, думаешь, вот это стоит? $30. Hand painted. Ну-ка, подай. Да, цена не написана. $30. Коробки. Держи. Праздничный контейнер купили. Праздничный. Смотри. О, стеклянные! Не трогай. Нет, 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 нет. Ленок, смотри, одна. Да, они все. Неплохо. Это один экземпляр. Видишь? Они все разные. Их там и много. Смотри, сколько их там. Да, они там, да. Там бриллиант. Это стеклянные? Да. Ну, это, конечно, все круто. Как думаешь, если вот эту коробку всю продать лотом, сколько будет такая стоить? 225. $200? Угу. Ты уверена? Они стеклянные, они в одном, ну, какие-то в двух, но какие-то в одном вот такие. Пластик, ну так бы пластик бы не хранили. Да, поэтому... Ладно, поверим Жене. $200. Ты уверена, что можно это продать за $200? Я бы оценил 100. Что думаешь? Поэтому Christmas не твое. $200, говорит. Ну ладно, пусть будет 200. Неужели еще заработать получится на этом? Так, тут тяжело. Надеюсь, не еда. Я так не хочу туда идти. Открывай пакет, Жень. Нет, там мусор. Это кухонная. Ну ты хочешь так их повезти в машине или лучше в пакете? А, в пакете. Ну давай. Смотри, какой режет. Он сразу порежет. Блин. А, вот почему. Он прилип. Я думаю, следующий пакет. Да, люди... Очень странные люди есть. Давай-ка в Америке. Помогу. Очень странные люди, они хранят грязную старую посуду в контейнерах и платят за это $150 в месяц. Ну там пакет с ватой и ковер. Все? Все? Все. Та-да! Да, ребята, не ожидали мы, что это будет юнит, какой-то праздничный юнит там с Крисмасом, но что есть, то есть. Я не думаю, что мы сильно потеряли, мы на этих домиках отобьем. Ну и не сильно заработали. Бывают и такие юниты, что поделаешь. Бывает и так. А что, домики мы не оставляем? Нет, домики мы не оставляем. Может, завтра найду получше юнит и купим, и пойдем разберем с вами. С Крисмасом. Нет, Крисмас у тебя, вот зимой будет Крисмас, все. А Хэллоуин сейчас будет? Пользуйся. Хэллоуин не будет сейчас, он будет осенью. Пользуйся, у тебя свое время есть. Так вот, ребята, спасибо, что посмотрели. Можете даже лайк не ставить, потому что юнит я бы за него тоже лайк не поставил. Фиг с ним. Ну, подпишитесь на канал, поддержите хотя бы так. А мне нравятся лайки. Жене нравятся лайки. Для Жени поставьте лайков там 1010. Все, вам спасибо. Всего хорошего. Вы берегите себя. Пока-пока.